Всем доброе утро. Вот сижу, завтракаю. Проснулась сегодня поздновато, так что завтрак у меня тоже. Сейчас который час? 11 часов утра. На завтрак манная каша дочь приготовила сегодня нам. Сидим, смотрим телевизор, какой-то фильм идет и завтракаем. Нам приятного аппетита. А вам, друзья, хорошего дня и прекрасного настроения на весь день. Смотрите, как выросла пшеница. Правда, кошка наша не дает ей расти хорошо. Утром просыпаюсь, она валяется уже на полу, выдергивает. Наверное, ей нравится. Пускай кушает, если, конечно, хочет. Наконец-то я решила пошить чехол для кресла. Наша Люси всю сиденье исцарапала. Думаю, что это немножко поможет, но не надеюсь, что сам чехол тоже не пострадает. Сегодня хочу показать вам мастер-класс, как варит кофе моя дочь. Друзья мои, у нее это получается лучше, чем у меня. Давай, Гванс, приступай. Что ты берешь? Она пока наливает воду в кофеварку. Уже знает сколько. На 2 чашки воды надо. Потом кофе насыпаешь. Это на 1, да? На 2. Короче, на 2 чашки получается 2 ложки с горкой. Теперь идем к печке. Ждем, пока вода нагреется, да? Наши чашечки, которых мы обычно пьем, но предпочитаем, я вам сейчас покажу, вот в таких тоже побольше. Кванц, иди уже, а то прозеваешь момент. Так, мешаешь? Это я вам показываю, как она варит. Потому что способы разные есть. У каждого свой. Я по-другому это делаю. Ну, у меня оно и получается хуже. Хотя тоже привыкшая уже. Нравится. Стоит на маленьком огне, видите? На самой маленькой конфорке. Ты до кипения должна доводить? Нет? Она, видите, не хочет даже не то, что показываться, даже разговаривать. Ладно, жду тогда. Пенка уже собирается. Газ такой тоже, ну, как будто не газа, непонятно что. Так медленно все это делается. Больше огонь поднял. До кипения мы, понятно, не доводим. Сейчас ты снимаешь и наливаешь, да? Она наливает понемножку, пока еще не закипела. Остальное ставит на газ. Все, закипает, Ванс. Все, отключаем. Не доводя до кипения, но она, видите, отвернулась. Вот так.
Ну все, можно нам приступать к кофепитию. Но сегодня, видишь, пенки поменьше, это обычно побольше бывает. Потому что отвернулась, и оно бац, и вскипело. Ничего бывает. Конфеты. Обошла весь дом. Звала-звала, искала-искала. И оказывается, она здесь. Смотрите, где спряталась наша Люсия. Я так думаю, что она здесь. А, нету. А, вон. Вот, видите, где она прячется, где она спит. Тайком от нас. Целую ночь спать не дает, а целый день потом дрыхнет тут. Сейчас буду тебя будить. Ладно, спи, спи. Накрою заново. Время летит. Только что был завтрак, уже обед. Мой внук попросил жареную картошку. Буду опять жарить. И салат сделаю из помидор, огурцов. Еще у меня есть редиска, правда. Зелени нема, будем без нее. А так мы зелени, конечно, много кладем. Ну, сегодня обойдемся. А здесь моя дочь будет готовить пиццу. Я такую пиццу еще не готовила. Буду пробовать, какая она будет. На вкус. Ну, надеюсь, что, думаю, что будет вкусная. Так она нарезала хлеб. Что еще надо для этого? Яйца, молоко. Ну, походу, буду снимать, показывать. Три яйца. Немножко соли. Добавить молоко. Все это перемешать. Сюда еще добавить перца. И залить хлеб. Нижняя сторона обжаривается. Потом все это переворачивается. Сверху кладется соус. Это кетчуп вместе с майонезом. Перемешивается. И помидоры. Так нарезаются. И в конце уже сыр. Сыр добавили, сейчас накрывается крышка и несколько минуточек и все. Жарю картошку и вот такой легкий салатик. Только без зелени, как я уже сказала, не было. Вот такая пицца получилась. Можно было, конечно, сюда и колбасу, но в другой раз. Люси. Люси. Выспалась, сейчас балдеет на солнышке. Как только я начинаю ее снимать, она сразу руки в ноги или лапы, да, в лапы. И давай. Намерена убежать уже. Смотри сюда, посмотри на меня. Посмотри на меня. Люсюня. Люсюня. Кс-кс-кс-кс-кс. Кс-кс-кс-кс-кс. Или ты только понимаешь, кушать да гулять. Ага, все. Я опять иду на почту. В тот раз было людей поменьше. Сейчас смотрите, какая очередь. Не хочешь, сейчас я постоянно. Привет всем! Вот я стою в очереди на почту. Видите, сколько много людей. Номерок взяла 154. Так что ждем. Надеюсь, что сегодня получится то, что жду. После почты я еще зашла в аптеку. Купила перекись и перчатки тоже были. Перекись стоила 83, а перчатки пары 20 копеек. Это вообще дешево.